Уважаемые севастопольцы и гости нашего города, поздравляю вас от всего физкультурно-спортивного сообщества и от себя лично с новым 2022 годом. 2021 год для Севастополя был знаковым. Наши спортсмены представляли город-герой на самых высоких международных соревнованиях, на Олимпиаде и Паралимпийских играх. Много наших спортсменов покорили самые высокие вершины международных соревнований различного уровня. Пусть победы севастопольских спортсменов станут для нас стимулом для достижения своих личных целей и задач. Пусть все наши планы на 2022 год сбываются, и новые вершины будут достигнуты каждым из нас. Пусть в каждом севастопольском доме будет уют и тепло. Пусть вашей энергии будет достаточно для достижения самых высоких целей. Пусть ваши близкие люди радуют своей заботой, уютом, здоровьем и теплом. С Новым годом!